Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такое интересное видео нам представил Димаш сегодня. Он на ипподроме в парке Санта-Анита. Дорогие друзья, случайно ли он там? Мы видим его, как он называет, коллеги. Этих же друзей, коллег, мы видим некоторых из них рядом с Димашем. Надо сказать, что это провинция Лос-Анджелеса, Аркадия, очень заселена выходцами из Азии. Там много китайцев, выходцев из Казахстана. Видим сразу же, что это китайский друг Димаша. Спросил его: «Are you hungry?» Ты не голоден, то есть обязательно, видимо, будет еда. Сложно, конечно, в таких условиях артисту, когда все хотят накормить и напоить. Но это часть работы. Надо сказать по поводу этой трассы трековой, что она очень популярна. В ней проводились многие-многие очень известные гонки, очень известные гары. Но нас интересует немного другое, да, друзья? Я так думаю. Хотя Димаш наш дорогой прекрасно скачет на коне, как истинный казах. И тем не менее, я все-таки предполагаю, что он не случайно туда забрел. Наверное, конечно, его пригласили посмотреть на это удивительное, изумительное сооружение, имеющее свою собственную историю. Кому интересно, могут загуглить и посмотреть. Но в этом парке, который называется Санта-Анита, где расположен ипподром, проводятся и другие мероприятия, друзья. Например, не так давно, ну, вообще-то давненько, в 2013 году в Аппетит проводился кулинарный конкурс, вернее, фестиваль. На нем участвовали, друзья, минуточку, 100 тысяч человек присутствовали, посетителей. Здесь же проводятся и разные мероприятия с живой музыкой. Проводятся танцевальные конкурсы и так далее. Вся арена может вместить до 100 тысяч человек. Ну, вы понимаете, да, что это может значить для нас. Честно вам скажу, друзья, я скучаю по более интимным камерным выступлениям. Вот Прага, где я была, была достаточно интимной камерной, хотя зал был большой, конечно же, я уже не помню, 14 тысяч человек. Но Димаш был совершенно рядом. С ним можно было общаться и взором, и энергией. В Алматы он уже был, конечно, очень далеко. Я почти половину не видела то, что там происходит, потому что действительно гигантские размеры. Я говорю о любимых нами милых моментах общения взором, взглядом, жестом. А если это будет такой вот стадион на 70 тысяч человек, например, как вот здесь в Лос-Анджелесе, то, друзья мои, здесь и экраны могут не справиться. Димаш очень внимательно посмотрел все, что ему предложили посмотреть. И все призы, и схемы, и карты стадиона, треков. Потому что он всегда относится так к тем, кто с ним разговаривает, к его друзьям и даже незнакомым людям. Он всегда внимательно выслушивает. С неподдельным, я повторю, с неподдельным интересом все рассматривает. Все, что предлагается ему рассмотреть. На Димаше был такой американский, можно сказать, костюм очень широкого покроя. И, похоже, он был вельветовый. Вот интересно, какого роста репортер, который снимал видео Димаша со спины. Мне кажется, он очень маленький. Потому такой Димаш получился большой. Я думаю, у Димаша в труппе, наверное, еще нет профессионального фотографа и того, кто снимает вот эти вот бэкстейджи и другие кадры. Димаш на это не идет, скорее всего. Ему это неинтересно. Поэтому, когда Димаша снимают с разных ракурсов, и фокусы камер, и фотоаппаратов наведены не совсем верно с нижней точки, например, то мы видим какого-то совершенно гигантского Димаша. Хотя это не так, друзья, он стройный, но он очень стройный. Я стояла совершенно рядом с ним.
и не так давно, и мы видели его только что в группе его друзей, какой он, даже бы сказала, худенький. И самое главное, что я хотела сказать в этом видео. Друзья, у Димаша есть прекрасные, совершенно блестящие композиторские работы и, конечно же, исполнительские, которые очень редко мы слышим. Не хотелось бы, чтобы они исчезали на время. Удивительная вообще, конечно, вещь. Димаш пишет много, очень много у него песен, специально написанных для него, и сам он великолепный творец. И кажется, все невозможно, чтобы звучало постоянно. Одно вытесняет другого, но нет, не происходит такое чувство, что вот это вытеснило предыдущие его шедевры и творения. Нет, хочется все объять, все его творчество. И вот здесь две его работы, посмотрите их у него на странице Ютуба, они великолепны, друзья. «Сладкий мираж» и «Последнее слово». Оба произведения, оба перформанса он исполнил в 2017 году на концерте «Бастау». Итак, друзья, нас снова что-то ждет необыкновенное. Сейчас мы ждем выступления в Дубае. Участие, во всяком случае, Димаш, он будет в жюри Fashion Factor. Это в ближайшее время. А затем будет лавина событий. Если кому интересны мои видео, ставьте лайки или дизлайки. Так я узнаю, что кому-то нужна или не нужна моя работа. Скорых встреч, друзья, на ближайших концертах. Всех обнимаю. Көз алдымда жарқ көк сол бейне.